Нож? Да ладно. Мой нож. Ништяк. Ништяк. Так, погоди, давай-ка соберем тут все говно, которое осталось. Грузовой лифт готов к эксплуатации. Патроны. Патроны. Типа можно его пистолетом загасить. Ну мы просто артисты. Мы просто молодцы. Мне главное сейчас не сдохнуть. Случайно. Это будет просто фейл. Это будет просто фейл. Граната. Угу. Электропушка. Понятно. Электропушкой надо было гонять его здесь. Кстати, да, это хорошая мысль, в принципе, электропушкой его здесь фигачить. Просто по глазам, да? И он как бы будет замедливаться, в принципе. Флешки ослеплять. А, замедливаться будет всячески. А это что за крутон? А, это для... Для крутого пистолета. О, да. Да. Аптека. О, ништипули. Надо сразу ее принять. И все, можно как бы как-то поспокойнее уже. Только патронов. Погоди, а надо было, да, наверное, и тот пистолет взять, который поскорострельнее, который вот... Так, окей, ладно. Допустим, мы все равно его замочили, в принципе. Здесь мы все взяли. А где лифт? В какой стороне лифт вообще находится? Так, погоди, вот здесь еще ничего не взяли, что-то. А, флешка. А, вот и грузовой лифт. Это грузовой лифт? Да ладно, допустим. Теперь нужно вернуться к Шерри. Вернемся сейчас, бежим, бежим как раз. Так, мощного оружия у нас больше нет. Как бы так. Окей, не знаю, может смесь трав еще взять? Давай попробуем смесь трав взять. И патроны давай уберем. Нафиг они в принципе нужны. Ну и... Пушку, я не знаю, наверное, убираем, потому что... Берем, короче, патроны для ППшки и ППшку саму. Потому что это... Здесь, как бы... Патронов нет. Поэтому она нахрен нам нужна. Так, окей. И сохранимся. Любе, сохранимся. Где машинка печатная? Где печатная машинка? Где мне напечатать текст? А, в смысле? Где печатная машинка? Погоди. What the fuck? А, машинку-то куда дели? Стоп. Стоп. Где машинка? Печатная. Кто спер машинку печатную? Признавайтесь, твари. Жесть. Ладно, возьмем, пускай у нас будет с собой лента. А главное не сдохнуть теперь. Потому что машинка, я хрен знает. Мысли. А к Шерри вернуться. Ёперный театр. Вы я туплю, а? Вот здесь у нас машинка печатная. По-любе. Так, окей. Сохраняемся. Сохраняемся. Чёртовая матерь. Так, Шерри, 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 здесь?
Привет. Я знала, что у тебя получится. Мама, маме нужна помощь. Аннет? Шерри. Как ты? Хорошо. Но ты сама выглядишь, неважно. Мамочка? Взгляните на экран. Ох, слава богу. Значит, Шерри все будет хорошо? Слабость еще не скоро пройдет, но... Да. Же вирус побежден. Слышала? Короче, мне там все внутренности, наверное, переломал. Что с ней случилось? На нее напало это чудовище. Не беспокойся обо мне. Отведи мою дочь в безопасное место. Прости меня, Шерри. Прости за все. Сейчас твоя жизнь важнее всего. Мы не можем бросить ее здесь. Ты права, не можем. Внимание, обнаружено несанкционированное изъятие вируса уровня 4. Переход в режим блокировки. После что это значит? Это код активации самоуничтожения. На случай, если же вирус покинет здание. Пожалуйста. Спасите мою дочь. Нет! Шерри! Шерри, пора прощаться с мамой. Вставай. Ну, пожалуйста, попрощайся с ней. Прошу, Шерри, послушай меня. Она тебя любила, понимаешь? Нам правда нужно уходить. Пойдем. Бля, травма просто ребенка, да? Ты была права насчет куртки. Мне так повезло, что ты рядом. Слушай, потом поговорим об этом. Надо бежать скорее. Просто травма у ребенка на всю жизнь. Чип доступа админ. Так. Шерри? Сейчас, погоди, я прочитаю. А какой нахер изучить? Мир. Можешь идти быстрее? Ага. Не хочу, чтобы ты подгонять. Нам нужно идти. Нам нужно бежать. Внимание, запущена программа самоуничтожения. Скоро все взорвется нахрен. Немедленно воспользуйтесь центральным лифтом и спуститесь на нижнюю станцию. Давай убираться отсюда. Где кнопка? Где кнопка пуск? А, она сама автоматически. Автоматика, блин. Фига там, фига там. И вот эта вся хероборина рванет. Прикинь, смотри, все рушится. Клэр? Да? Спасибо, что ты была так добра ко мне. Что помогла. Я рада, что встретила тебя. Я тоже рада, что встретила тебя, Шерри. Но оставим благодарности. Сначала давай выберемся отсюда. Сейчас, по идее, нас должен ждать Леон в поезде. Или наоборот, там. Не помню. Опа! Может, чуть не пропустил.
Че, здесь забарей не будет? Ага, ага, сах... Охранка. Отлично. Давай еще раз сохраним. Ну, допустим, допустим. Допустим, так. Признали. Там кто-то рычит, кто-то... Шерри, давай быстрей. Шерри, ускорься. 10 минут до взрыва. Так, погоди. Оу. Шерри, беги. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, беги. Да на тебе ножиком, сожрись ты. Пошел в жопу. Воу-воу-воу-воу. А как мне от них, короче, избавляться? Я вот не понимаю. Да беги, 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 беги. А где Шерри? Шерри уже здесь, отлично. Давай, давай, давай. А где Шерри? Я еще ждать, пока она спустится. Так, там, там понятно. Тут тоже ясно, понятно. Бежим сюда. Да ладно, закрыто? Ну конечно, заперто. Жди здесь. Шерри, что ты... Кажется, там можно открыть с другой стороны. Да ну нафиг. Да ну нафиг. Черт, только вас тут не хватало. Упади ты, сдохни ты уже. Ой, там еще один. Шерри, давай быстрее. Шерри, давай резче. Резче, 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 Шерри. Так, погоди, надо скорострельное что-то. Что-то скорострельное. Пал. Куда побежал, падла? Давай, давай, давай. Опа, патроны кончились. Опа, опа, опа. Так, 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 патроны. Ему похер. Вот дверь-то открыла. Скорее, Клэр! А, да ты просто умница, Шерри. Мы отличная команда. Оп! 8 минут до взрыва. Поторопись. Сампари. Пойди. Да попади ты в дверь-то, ну! Шерри, как ты там? Я прямо за тобой. Молодец. Кажется, мы почти добрались. Клэр, может это поможет? Можно попробовать. Поезд. Поезд. Окей. А, так, этого нету, нахер убираем. Так, берем, короче, пушку, 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 электропушку. Быстро, быстро все это дело, быстро, ускорься, ну. Давай, вот это. Объединяем. Да погоди ты. Объединяем вот это. О, отлично. О, шикарно все. Все просто beautiful. Так, погоди, а что у нас еще можно взять? Quick Drive, да, по-моему. И. Погоди, еще флешка есть. Чуть три флешки. Три флешки. А где патроны? У нас же до хера патронов. О, 56 патронов. Ништяк. Просто ништяк. Быстро, 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 быстро перезаряжай. Так, еще какая-то трава. Ладно, похер, у нас так есть аптечки. Погнали! Куда? Здесь залезть? Нет? Где вход? Где? Сюда? Отлично. Тут зомбари нет? 7 минут до взрыва. Шерри, где потерялся? Шерри, что там стоишь? Ой, залазь. Твою мать!
Твою мать! Где? Шире, сядь в поезд. Не бегай за мной. Что-то выкинуть надо. Что-то надо выкинуть. Так, выкидываем, знаешь что, знаешь что, знаешь что? Знаешь что? Вот это. Бегом, бегом, бегом. А там что за кабинка? Забирай. Да, заменить. Что ты делаешь? Нужно запустить этот поезд. Жди меня здесь, договорились? Хорошо, никуда не уйду, обещаю. Молодец. Будь осторожен. Конечно. Always? Прокладки Always? Пустить поезд. Окей. Так, у нас 6 минут. 6 минут. 6 минут до взрыва. Я только что сказал, не говори больше. Окей, так. Так, окей. Я знаю. А миниган-то, миниган-то! Так, ладно. Что-то получилось. Хорошо. Заработало. Отлично. Клэр! Что? Леон? Ты тоже здесь? Ага. Но все здание рушится. Слушай, тебе надо выбираться. Быстро. Знаю, я нашла выход. Думаю, у нас все получится. Где ты сейчас? Клэр, ты еще там? Леон? Извини, связь прерывается. Обо мне не волнуйся, уходи отсюда. Леон! Леон! Черт! А, миниган, миниган. О, убрала в задний карман. Отлично. Молодец, просто шикарно. Так. Да, о, что-то сейчас будет. О, что. О, сейчас начнется. Сейчас начнется. О, да. Миниган, 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 миниган. На, держи подло! Почему ты так не сдохнешь? Никак не сдохнешь, так никак. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Прекращай, иди на. Да, аптечка, аптечка, быстро. Так, погоди, надо бегать кругами, надо бегать кругами, надо бегать кругами. 5 минут до взрыва. Молодец. Глаза ему все, в глаза все. О, нифига он там еще прыгает умеет. Ой. Сдох или живой? Где? Ой, он там. Дядя, ты где? Дядя, вы где? Да где-то срань болотная. Вау-в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 ау. Ни хрена, ни хрена он там так... Такие пируэты. Так, отлично. Он сейчас наверх. 4 минуты до взрыва. Окей, сейчас. Этого я не ждал. Вот этого я не ждал просто. Так, окей. Бегом, 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 бегом. Не ори больше. Отни там свою пасть. Жесть, жесть ты, придурок.
Погоди, я не понимаю. У него эти глаза чем-то закрыты. 3 минуты, твою мать. О, опять пополз. Опять пополз. Да иди ты в жопу! Говно ты ушастое. Как тебя победить-то? Я реально тебя не ждал никак, просто. Я скоро все взорвется нахер. Ты где? Опять наверх полез, что ли? Опять наверху, что ли? Ой, вон. А, пополз, пополз, пополз. Ох ты, нифига, он так скользнул, а, дебил. Ублюдок, урод, козел. Несло. 2 минуты до взрыва. Да я знаю, я понял, что 2 минуты. Мне надо это говно убить. Ты где? Ты где, блин? У меня аптечек нету, тем более. У меня все, аптечек нет. Опять лезет, опять лезет. Во-во-во-во, было близко, было близко, очень близко. Так, погоди. Ой. Ну где? Все, у меня кончился миниган, короче. Короче, у меня кончился миниган, и это очень-очень плохо. Я не знаю, хорошая ли это затея, использовать электропушку. Опа, опа, опа. Да блин, как ты? Говна кусок, а? Держи. Я не знаю, нормально? Нет? Хорошо ему? Да лопай! Беги! Все взорвалось нахер. Все нахер взорвалось. Как это говно мочить? Сколько в него патронов? Сколько всего надо в него выстреливать? Окей, окей. Еще раз. Я так понимаю, надо глаза ему, короче, обстреливать. Все глаза. Так, окей. Да, он пролетел. Повезло. Повезло, блин. У него глаза не знаю, фанолы что ли вырастают или что. Пополз, пополз, пополз. Наверх. Где упал? Да блин! Как ты меня цапаешь-то? Как ты меня цапаешь-то? Бегом, 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 бегом! А, не успел! Не успел!
Ах ты, падла! Все равно цепанул, все равно успел. Все равно успел. Говно, блин. Пополз, пополз. Короче, когда получается... Твою мать. Когда мы все, короче, глаза ему херачим, он начинает ползти наверх. Бегом, 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 бегом. Фу. Было близко. Ты где? Не знаю, все, не все. Не, похоже, не все. Похоже, не... О, о, все, полез, 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 полез. 5 минут до взрыва, окей. Я думаю, должны успеть. Окей, 95 патронов. Гранату? Где ты? Блин, один глаз. Один глаз остался. Они по новой вырастают, глаза-то у него. Глаза-то по новой растут. Что за бред? Вау, 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 вау. Тихо, 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 тихо. О, почти. Как тебе такое, ублюдок? Четко я попал. Че, он полез? Полез или ему? О, отлично! Фу, я думал, он полез, а ему там хреново стало. Ему там хреново просто стало. Отлично. Все. Все лопнуло. Лопнуло жижа. Блин, это просто... Это просто трэш. Реально трэш. Прямо ж... Ух, прямо ж... Ух. Клэр! Все хорошо, я с тобой. Уходим отсюда. Зачем нам лишний поезд, лишние вагоны? Давай уже, стартуй. Сейчас еще Леона подобрать надо. Ну, видимо, это все. Концовка. Чем хочешь заняться, как только мы отсюда выберемся? Хочу узнать, где ты живешь. Здорово. Потому что мне срочно нужно в душ. Ага. Правда? Все так плохо? Уф, да уж. Клэр! Леон! Леон! Как же я рада тебя видеть. Я же говорил, что мы выживем. Говорил. А это кто? Это? Это Шерри. Понятно. Господи. Что это было? Не знаю. Останься с Шерри, я проверю. Сейчас там жижа опять будет. Там сейчас... Идите к последнему вагону. Так, сохранка, окей.
Патроны, окей. Ну, не патроны, а это. Это то самое, короче. Так, ну что-то надо. Не знаю, давай вот это. Вот это, так. Смотри. Мы можем сделать... Опа! Опа, что мы можем сделать. Так, это храним. Это нам не надо. А это мы берем. Кстати, у нас столько аптечек еще сохранилось, да? Вообще шикарно. Сохранится. Надо сохраниться. Так. А, наверное... Давай сюда. Можно, в принципе, было отдельно как-то сохранить. Ну, допустим, ладно. Так, окей. А, берем сразу вот эту пушку. Там сейчас, если судя по оригиналу, там сейчас жижа должна быть. Так, погоди, ножик еще возьмем. А это что? Еще порох? Нехило. Ну, в принципе, нахрен он нам нужен, еще один порох. У нас больше пороха-то нет. Ладно, погнали. Хоть дали сохраниться. Твою мать. Йоу. Это просто жесть. Довольно с меня этих встреч. Ему прям в рот, по-моему, надо стрелять, да? А, перезаряд. Надеюсь, ты любишь пули, потому что у меня их до хрена. Ну, я бы не сказал так. Ё-моё. Да, мать твою, какого черта ты еще живой? Быстро, 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 быстро. Так говорит Крис, никакой жалости. Оо, щит. Давай, давай, давай. Давай. Готово, готово. Фу, просто, просто. Вот на волоске. Клэр. Нужно оторваться от этого вагона. Ля система там, а? Ля система. Давай пни в вас. Красавчик. Нравится? Катись к черту, ублюдок. Дай мне руку. И эпичный взрыв. Эпичный финал. Так вы, ребята, типа встречаетесь? Нет, мы просто... На самом деле мы встретились прошлой ночью. Да. Хотя крутое бы вышло первое свидание. Да, это уж точно. Смотри, может быть, он нас подвезет? Что если за городом творится то же самое? Увези Шерри отсюда. Давай. Нормально. Эй, это была Life Another Day at the Grill. Что ж, он что-то там не успел прочитать. Эх, жалко. Значит, все кончено? Не знаю. Но если нет, мы положим этому конец. Во что бы то ни стало. Да, именно так мы и поступим. Все будет хорошо. Главное держаться вместе. Ну же.
Эй, вы можете меня удочерить? Удочерить? Мы можем завести щенка. Попугайчика. Попугайчика? Здорово. Я всегда хотела животных, но мама говорила, что с ними... Чего там... ну да. А, среда, середина недели, разбавим этот тоскливый день песней, там какой-то вообще песней крутой. Окей. Окей, друзья. Вот мы и прошли игру, прошли Resident Evil 2 ремейк за Клэр. Вот. И значит так, короче, я не знаю, серия, наверное, получилась длинная, я ее разделю на... ну, на две части, наверное. А может и нет, посмотрим, короче. Так что не удивляйтесь, если она просто оборвется. Как-то так. Ну и далее мы с вами проходим дополнительные сценарии за выживших. То бишь Хэнк, там еще два каких-то или три. Вот. Если получится, там будет секретная еще дополнительная сюжетная линия за тофу. За тофу, за сыр. Вот. Ну что, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Скоро появится еще Инстаграм, короче, именно канала. Там будут выкладываться анонсы всяких видосов, всякая такая дичь, там будет, ну, всякое интересное. Вот. Такие, может, сюжетики, всякая всячина. Вот. Кому интересно, тоже можете подписаться, я ссылки все оставлю. Ну и с вами был Валерий. Всем пока!